Минувшую субботу в рамках республиканской акции «Таза Казахстан» в регионе прошел массовый субботник. В уборке и благоустройстве города приняли участие более 1000 государственных служащих, а также бойцов молодежных трудовых отрядов «Жасыл-Ель». В общей сложности совместными усилиями было собрано свыше 100 тонн мусора. К слову, в эко-акции приняли участие аким области Асхат Шахаров и глава города Азамат Бекет. Субботник стартовал в 8 часов утра. Актюбинцы с лопатами и граблями собрались в центральном городском парке. Всем были определены территории для уборки. Активное участие в экологической акции приняли депутаты городского и областного маслихатов. Это не совсем субботник. Субботники по весне всегда в нашей стране устраиваются по необходимости, потому что город надо чистить, чтобы в нем нормально жить, ходить, детей выпускать спокойно, не бояться, что они там где-то ноги себе порежут или упадут куда-то. Это субботники, это необходимость. А эта акция «Таза Казахстан» – это не по необходимости, это по зову души, это чтобы с любовью. Это когда даже если что-то чисто, но если у тебя есть силы, время, желание, если ты любишь свой город, выходи и… Это знаете как? Ты помыться помылся, а духами не подушился, да? Так вот это вот то, что называется навести уже совсем красоту, чтобы чувствовал, что ты это любишь. Понимаете, вот что такое «Таза Казахстан». Также в эко-акции приняли участие представители сфер здравоохранения, образования, культуры и других отраслей, для которых чистота и порядок в родном городе не просто слова, а активная жизненная позиция. Сегодня субботник, в субботу, несмотря на выходные, все мы добровольно вышли убраться в родном своем городе. Несмотря на 2 месяца, которые мы чистили, апрель, май месяц, сегодня опять же вышли все дружно. Всем коллективом. Нам выделили участок. На этой стороне. Вот. Будем работать, чистить город. Удачи всем. Чистоту в этот день наводили по всему региону. В областном центре работы по сбору мусора и благоустройству также организовали на аллее влюбленных, на территории триатлон-парка. Принявший участие в субботнике аким области в ходе беседы с бойцами отрядов «Жасыл-Ель» отметил важность таких экологических акций. Он подчеркнул, что молодежь вносит свой вклад в чистоту родного края. Мы проводим не просто однодневную в виде субботника, но и в целом организовываем работу. Смысл в этом, чтобы житель понимал, что каждый день надо убирать мусор. Понятно, что есть недобросовестные жители, которые наглядно видим территорию, которая убрана в рамках же этой акции. Через неделю, через определенное время появляется новый мусор. Соответственно, мы будем это делать до тех пор, пока каждый житель не осознает, что чистота, говорится же, залог здоровья. Но чистота – это наш образ жизни должен быть. Вот что от нас хочет президент. Население понимает, что надо содержать чистоте, но вывоз организовывается бесплатно в рамках этого по любым принимам. Еще раз хочу сказать, что все условия созданы. Если есть какие-то дополнительные вопросы у жителей, они обращаются, но все службы ориентированы. Зеленая зона в триатлон-парке заросла сорняками. Около 100 человек убрали сорную траву в этом излюбленном месте для отдыха горожан. В очистке принял участие аким Актюбе Азамат Бекет. «Таза Казахстан» экологиялык акциясы аясында. В рамках республиканской акции «Таза Казахстан» приводим в порядок триатлон-парк. Принимает участие глава города, а также сотрудники городского акимата, представители различных ведомств. Мы постоянно выходим на субботники, приводим территорию в порядок. Хочу отметить, что с начала старта субботников на полигон было вывезено более 10 тысяч тонн мусора. Призываю всех актюбинцев не оставаться в стороне. Вместе мы сделаем наш город чище и краше. Активное участие в субботнике приняли юные воспитанники футбольного клуба «Актюбе», которые также убрались на выделенной им территории. Каждый месяц мы проводим акцию «Чистый город, чистый Казахстан». Поэтому призываем болельщиков выходить на улицы, быть с нами. Начинается летний сезон. Люди начинают ходить на улицы, отдыхать, купаться в речках. Поэтому призываем убираться после себя. Я знаю, что наши жители города самые лучшие, самые культурные. Алга Актюбе. Всего в ходе общегородского субботника, организованного в рамках акции «Таза Казахстан», было собрано 120 тонн мусора. Напомню, что полигон твердых бытовых отходов принимает мусор бесплатно. Николай Сырбов, Эльмира Кушекбай, Миржан Аманжолов, телеканал Актюбе.